Всем привет, друзья! В этом видео хочу провести такой небольшой эксперимент. Есть у меня вот такой фильтр AquaClean, который я снял с своей кофемашины. Простоял у меня порядка одного года, хотя рекомендуется менять его каждые 2-3 месяца. И вот возник у меня такой вопрос в голове, что же внутри него? В каком он состоянии, в принципе, из чего состоит? Хочу аккуратно вот так вот отпилить верхнюю часть, поскольку так просто разобрать у меня его не получилось. Для этого буду использовать гравер вот с таким вот диском. Ну, сейчас с вами попробуем это сделать. Обязательно не забываем про технику безопасности. Буду использовать, обязательно используйте очки для таких работ. Ну что, давайте попробуем. Так, сильно большие обороты ставить не будем. Сразу скажу, не повторяйте это дома. Уже отсюда насыпались какие-то беленькие шарики, которые уже не очень симпатично выглядят. Да, какая гадость. Что я вижу? Здесь в перемешку идет уголь вот с какими-то такими гранулами. Не знаю, что это такое. Сорбент какой-то. И в чем прикол для меня? Ну, понятно, что здесь никакой грязи нет. Все довольно так чистенько. Хотя, повторюсь, фильтр стоял очень долго. Вот здесь, можете видеть, в одной из камер вот это вот ерунда полностью почему-то сухая. Это мне интересно, как так получилось. Так, сейчас мы возьмем какую-нибудь лопатку. Хочу вот это выковырять. Это как-то сорбент, наверное, вот это белый. Мне очень интересно, почему одна из... Вот эта третья часть была полностью сухая. Хотя, получается, как раз-таки через нее, либо она высохла за все это время, то, что он у меня стоял без дела. Поскольку как раз-таки отсюда, из этой камеры, где вот была сухая часть, отсюда и забиралась вода. И потом уже через вот это отверстие она подавалась в саму кофемашину. Интересно. Сколько всяких бяки тут. Ну, я, естественно, думал, что здесь найду какие-то уже организмы. Какие-то, не знаю, там, грязь, водоросли. Нет, все чисто. Вот еще стоит какой-то дополнительный фильтр. Сейчас мы снимем. А, это просто какой-то клапан. Ну и все. Вот два элемента, получается. Немного угля, хотя я думал, что здесь как раз-таки большая часть это будет уголь. И вот такой белый сорбент. Не знаю, сейчас посмотрю, что это такое. Так что я куда корректной информации не нашел. Где-то пишут, что это какие-то шарики пенопласта, то это какие-то сорбент какой-то. Ну, в общем, сорбирующие какие-то элементы, которые как раз таки очищают нашу воду от всевозможных вредных веществ, примесей. Но я думал, что-то по угля будет побольше. Ну, вот такая вот гадость была в фильтре. Но, как мы видим, свою задачу он справлялся. Ну и вода была, наверное, все-таки больше нормальная. Ее именно в его больше, грубо говоря, задача была в смягчении воды, да, чтобы меньше образовывалось накипи, а не именно удаление какой-то грязи и тому подобного. Ну, довольно так много всяких такой гадости здесь. Ну, почему-то для меня секрет, почему здесь оставалось много сухого. Возможно, просто высох. Все, ребят, провели такой небольшой эксперимент. Вам было интересно,
ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч.